Всем доброго дня! Сегодня у нас прогулка к школе номер 18 имени Шиканова-Лиханова. А идем мы вдоль реки Карасу, которая течет рядом со школой. Очень сочная зелень вокруг и чистая журчащая вода. И четко слышно, как поют птицы. Сегодняшний день выдался особенно жарким. Сегодня плюс 30 тепла. И это в первой неделе апреля. На противоположном берегу мы видим здание школы. Подходя к ней, мы пройдем через спортивную школу, где все секции работают бесплатно. Спортивная школа. Мы сначала заглянем в основной корпус школы, а затем администрация школы нас приведет в другой корпус. Это бывший детский сад «Вишенка». Там находятся коррекционные классы от школы номер 18. Хочется сказать большое спасибо администрации школы за понимание и желание показать свою школу всему городу Шымкенту и тем, кто уехал и, может быть, даже учился в этой школе. Я замдиректор по воспитательной работе школы номер 18 имени Шуханова-Лиханова Ким Эльвира Нишантаевна. Я хочу вас провести и сделать тур по нашей школе. Сейчас мы находимся на первом этаже, где обучаются дети начальных классов с русским и казахским языком обучения. Мы создаем такие условия, чтобы им было удобно, комфортно в нашей школьной библиотеке. Вот читающий зал такого вида. Для юбилейных дат мы создаем уголки для детей, проводим с ними недели, такие посвященные, например, нашему казахстанскому писателю Мусрепову, Абаю Кунанбаеву. Вот такие наши детки. Это наши первоклашки. Это наши дежурные учителя. Так, второй этаж. Как-то маленькие дети выглядели. Я не уважаю, он же не тесон, это сильно побегимся. Ломбахтага, лахты манитский узи, доктор, хатуахла, шарага, алтис бахтага, зарядка, еш вахта, узи, не шамы, готи, узи, тахтага. Проходим по мостику через реку Карасу. С правой стороны реабилитационный центр, детки которого затем переходят в коррекционные классы от школы номер 18. Мы пришли в коррекционные классы нашей школы, где дети обучаются заболеванием ДЦП. Пожалуйста. Добро пожаловать. Здравствуйте, меня зовут Митюкова Елена Александровна, я завуч этой школы. Здравствуйте, я Нарбекова Рахима Тулебаевна, завуч по воспитательной части в коррекционных классах. Добро пожаловать в нашу школу. В нашей школе в коррекционных классах обучаются в данный момент 128 детей. Количество классов 16 их. Обучаются здесь с 1 по 10 классы группой продленного дня. Здесь у нас обучается 10-й выпускной класс, 10-й коррекционный русский класс. Итак, фотосинтез. Для растений нужно обязательно вода, еще раз проходим, да? Углекислый газ, который есть в окружающей среде. И обязательно нужна энергия солнечного света. Вода плюс точка разлагается на кислород, который поступает в атмосферу, и водород, который остается внутри растений. Проходите, пожалуйста. Здесь у нас обучается 3-й казахский коррекционный класс. У нас идет урок русского языка.
Так, здравствуйте. Здесь у нас обучаются дети 4-го казахского коррекционного класса. Учитель начального класса у нас Палунапай. Здесь обучается у нас 1-й русский коррекционный класс. Проходите. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Учитель Олежек Слыков, учитель начального класса. У нас идет урок математики. Тема у нас «Вода – наше богатство, закрепление». Мы сейчас с вами решаем задачу. Здесь у нас кабинет дефектолога, логопеда. Так. По графику, по расписанию дети здесь занимаются с педагогом. Давайте. 5, 6, 7, 8.